И снова всем привет! Это вторая часть видеороликов из Сочи сезона 2018 года. В предыдущей части мы заселились в апартаментах горки города, а сейчас отправляемся на прогулку по местным курортам. Но для начала хочу еще немного рассказать про апартаменты, в которые мы заселились в прошлой части. Возможно, эта информация будет полезна тем, кто планирует сюда поездку. Следует отметить, что при заселении в апарт-отель «Горки город» нужно будет нести залог в размере 5000 рублей. Это могут быть наличные или блокировка средств на карте. Как я уже показывал, в состав номера входит более 100 предметов, в том числе и относительно дорогих, поэтому отель в качестве некой страховки просит внести дополнительную сумму, которая возвращается при вашем отъезде. На банковской карте деньги могут блокироваться до месяца, поэтому мне показалось, что лучше просто внести залог наличными. Официальное заселение здесь с 15:00, но если вы приехали раньше, то можно бесплатно оставить вещи в камере хранения. Что касается доставшихся нам апартаментов, то, как я сказал, впечатления очень положительные, за исключением многочисленных огрехов в отделке. Непонятно, кто это все делал и принимал. Я бы у себя в квартире такое точно бы не принял. Ну да ладно. Что касается площади помещения, то сразу после заселения я сказал, что она порядка 70 квадратных метров, но на самом деле здесь только гостиная с кухней около 40, плюс спальня около 20, поэтому общая площадь здесь порядка 80 квадратных метров, плюс высота потолков более 3 метров. Тут, в принципе, можно было разместить и 10 человек, но нас здесь двое, и, как вы понимаете, здесь очень просторно. Еще очень понравились глянцевый ламинат на полу и большие окна, через которые проходит много света. Что касается интернета, то на всей территории апарт-отеля имеется Wi-Fi, работает он здесь как в помещении, так и на улице. Связь довольно стабильная, скорость соединения позволяет комфортно просматривать YouTube в 720p. При 1080p у меня на смартфоне и ноутбуке были регулярные подвисания. В номере также есть несколько разъемов для подключения витой пары, то есть создания проводной сети, но работают ли эти разъемы я не проверял. В целом Wi-Fi соединение могу оценить как хорошее, намного лучше, чем в гостинице Измайлова Бета в Москве, где мы останавливались осенью при прошлой поездке. Что касается питания, то в горке городе оно у нас вообще не было включено, но учитывая, что на кухне имеется холодильник, микроволновка, чайник, сковорода, кастрюля, варочная панель и столовые приборы для 4 человек, то с приготовлением пищи тут нет проблем. Если готовить неохота, то на курорте полно кафе и ресторанов. Также есть сетевые и несетевые магазины. В сетевых магазинах цены плюс-минус московские. Что же касается уборки номеров, то здесь она осуществляется через каждые 4-5 дней. Вот, в принципе, основное, что хотелось бы добавить по апартаментам. Если у вас есть по ним вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Ну а теперь отправляемся на прогулку, и я расскажу о курорте Горки Город в целом, а затем отправимся на курорт Роза Хутор. Горки Город – это всесезонный курорт, который изначально был построен к Олимпиаде 2014 года и выполнял функцию меди-деревни для журналистов. Расположен курорт примерно в 45 километрах от Адлера у подножия хребта Аибга на правом берегу реки Мзымта. Курорт популярен в зимнее время, когда работают все горнолыжные трассы и канатные дороги. Из местных курортов именно здесь самый длинный сезон катания. Летнее время для курорта является не сезоном, и стоимость проживания на момент покупки нашего тура здесь оказалась дешевле, чем в отелях на побережье. Еще раз напомню, что апартаменты можно снять как на высоте 540, так и на 960 метров над уровнем моря. Сейчас мы находимся на высоте 540, а на 960 отправимся в следующей части. Центром курорта на высоте 540 является главная канатная дорога, и отсюда можно добраться как на высоту 960, так и до высоты 2300. В прошлом году мы туда поднимались, кому интересно посмотреть, как это было, переходите по всплывающей подсказке или ссылке в описании под этим видео. Помимо канатной дороги, центром курорта является пешеходная улица Горная Карусель, на которой, кроме корпусов апарт-отеля с кафе и ресторанами на первых этажах, находится торговый развлекательный комплекс «Горки Молл», а также ярмарка с развлечениями для детей и сувенирные лавки. Также на курорте имеется казино, отель «Мариот», несколько парковых зон, набережные времена года вдоль реки, а также надземные и подземные пространства для парковки автомобилей и много чего еще. Сейчас отправляемся на курорт «Роза Хутор», а точнее на «Роза Долину».
от горки города по прямой – это около 3 километров, можно воспользоваться частными такси или общественным транспортом, а также прогуляться пешком. От реки Лаура до Роза-долина на правом берегу реки Мзымта сделана прекрасная набережная, при этом народу там мало, и можно спокойно прогуляться и полюбоваться видом на горы. В данный момент мы ждем рейсовый автобус, доедем на нем. Стоимость проезда 23 рубля с человека. Автобусы ходят часто, только делают небольшой крюк на курорт «Газпром» и остановку на железнодорожном вокзале. Посещать курорт «Газпром» в наши планы не входило. Могу только отметить, что здесь расположены торгово-развлекательный комплекс «Галактика» с одноименным аквапарком, вольерный комплекс «Лаура», канатные дороги на горнолыжный курорт «Лаура» и, естественно, отели. Итак, через 15 минут езды на автобусе высадились уже на Роза-хуторе. Это конечная автобусная остановка в горном кластере Сочи. Напротив остановки нас сразу встречает башня ратуши, которая выполнена в стиле башни железнодорожного вокзала Сочи. Немного расскажу о самом курорте Роза-хутор. Название свое он получил от переселенца из Эстонии с фамилией Рооза, который поселился отдельно от остальных жителей поселка Эстосадок. В дальнейшем это место стали называть хутором Рооза, а сейчас переиначили на более привычный манер Роза-хутор. Объекты курорта располагаются на различных отметках по высоте. Самая низкая – это высота 560 метров над уровнем моря. Здесь мы сейчас и находимся. Это место называется Роза-долина. Еще есть такие названия, как Роза-плато, Роза-пик, Роза-стадион, но все эти места располагаются выше на склонах хребта Ибга, и добраться туда можно на канатных дорогах. Кстати, в дни нашего пребывания здесь канатная дорога от Роза-долина единственная, которая работала. На всех остальных курортах канатные дороги вдоль реки находились на регламентных технических осмотрах. Курорт Роза-долина располагается по обе стороны от реки Мзымта, строения здесь идут в один, максимум в два ряда. Остальное пространство занято рекой и склонами гор. Для переправы с берега на берег есть 4 моста, в том числе и для транспорта, плюс один пешеходный мост у железнодорожного вокзала. Именно этот вокзал виден из окон наших апартаментов. Вокзал также называется Роза-хутор и является конечной станцией для электропоездов «Ласточка», которые прибывают со стороны моря. Еще на курорте есть пляж, и давайте переместимся к нему. На пляже курорта Роза-хутор имеется вот такой водоем для купания. Вода в нем достаточно теплая, но желающих искупаться нету, так как с самого утра небо затянуто облаками, и солнце только-только к середине дня начало пробиваться из-за туч. На пляж Роза-хутор может бесплатно попасть любой посетитель данного курорта. Также здесь есть детский бассейн, а чуть дальше вход на тропы здоровья, небольшой водопад и зона отдыха со скамейками. А на другой стороне от реки расположен концертный зал Роза-холл. Ну и самой дальней точкой по шоссе от моря является культурно-этнографический центр «Моя Россия». Вот он там впереди. В него мы ездили в прошлом году. Можете посмотреть эту поездку по ссылке в описании или по всплывающей подсказке. Здесь вот расположен вход на тропы здоровья. Всего предлагается 3 маршрута. Малый, средний и большой. Соответственно, малый проходится примерно минут за 10. Остальные могут занять до 2 часов. Давайте сейчас пройдемся по малой тропе здоровья. Посмотрим, что она из себя представляет. Вход здесь, а выход вон там возле домов. Стоит обратить внимание, что перед входом располагается предупреждение о том, что водятся дикие животные. В частности, как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя, и что делать, если встретил. Некоторых это предупреждение реально отталкивает от похода на тропу здоровья. Итак, идем на малую тропу. Здесь имеются вот такие указатели, чтобы не заблудиться. Нам на Малое кольцо. Вон туда. Также здесь имеется троллей. Вы можете спуститься по тросу прямо над рекой Мзымтой. Выглядит это примерно вот так. Здесь небольшие подъемы, несложные. Сделаны ступеньки. Не знаю, что там дальше, на больших кругах, но на малом все относительно просто.
Как вы видите, мы поднялись сейчас примерно метров так на 50. В принципе, это максимальная высота для этого круга. Съемка сейчас ведется с монопода с помощью встроенной в камеру электронной стабилизации. Прибавим шагу. Небольшой водопад. А дальше достаточно крутой спуск. Нужно быть аккуратным. Не споткнуться, не упасть. Также здесь предусмотрена зона отдыха, скамеечки. Часто по этой тропе ходят и пожилые люди, посетители курорта Розу Хутор. Итак, осталось совсем немного до окончания малого круга. Нас ожидает еще небольшой спуск, и мы вернемся в зону основного курорта. Проходим над пляжем, который я уже показывал. И спускаемся вниз. Здесь у нас опять указатели. Отсюда приходят большие тропы. А вот и выход. И здесь справа родник. Можно умыться и попить. Как я сказал, малая тропа здоровья занимает порядка 10 минут обычным шагом. И в завершении прогулки по этому курорту хочу сказать, что здесь помимо гостиниц и паркингов, конечно, множество кафе и ресторанов, а также имеются магазины, в том числе спортивной и обычной одежды, прокат инвентаря, крытый ледовый каток, ярмарка сувениров, всем известный фастфуд и сетевой продуктовый магазин, в котором, кстати, имеется своя столовая с первыми, вторыми, третьими и прочими блюдами по весьма умеренным ценам. На этом вторая часть видеороликов из Сочи сезона 2018 года подошла к концу. В следующей части мы отправимся в горы на водопад Поликаря, причем большую часть пути проделаем пешком, и это будет настоящая тропа здоровья. Всем спасибо за просмотр, увидимся в Сочи. Счастливо!